вовнутрь будет. Ну, сейчас твоя задача будет показать то, что ты изучил, работа корпусом, баланс, и дальше потом перейдем. Я тебе по рации буду говорить. Ударов нету. Отлично. Вот купол ровненько кладешь. Избыточного давления нет. Нужно показать баланс. Так. Вот очень хорошо. Видишь? А сейчас расправь купол. И без клеванточек просто покажешь баланс, как ты усвоил упражнение. Видишь галстук? Находи галстучную стропу. Находи, будешь поднимать и продернешь галстук. Сейчас держи, будешь поднимать и продернешь клеванты. Продергиваем резко. И подходим. А сейчас давай попробуем без клевант баланс. Посмотрим, как усвоил упражнение. Поднимать особо высоко не надо, просто побалансировать, посмотреть. Вообще даже ничего не трогай, просто корпус. Начинай нагружать. И смещаемся. Задача ровно купол класть. Сейчас можно взяться, да, и клеванты, и ряды. Задача уйти туда подальше. Поток, порыв ветра сейчас пройдет, и сместимся дальше. Вправо. Передвигайся активно, активно. Пошел, 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 пошел туда. Правее, правее, правее. Видишь, передержал. То есть надо было перемещаться быстрее вправо. Подгаси клеванты, поддуши, поддуши. Обе, обе, обе. Левую чуть поддал. Плавненько работаем, не дергаемся. Давай, давай, пока ветерок есть, работаем. Высоко не надо поднимать, старайся там 40 градусов поднял, и чтобы парусность создать. Право, право. Смотри за фронталер.
руку. Правую. Подходим, подходим. Правую. Подходи быстрее к крылу. Если есть возможность подходить, подходи. Так будет меньше сопротивления. Работаем с перемещением, не забываем работать, передвигаемся, смещаемся. Стараемся плавно работать, не дергать левантами. Уверенно и плавно. Не забывай, что ты можешь перемещаться. Помогай себе в перемещении. Сейчас поднимаешь и правой рукой нагрузил. Так, отлично, плавненько отпустил. Отлично, молодец. Подыграл правой, правильно, плавно отпустил. Задача удержать в горизонте купол. Спинкой не забывай назад отходить. Прям ложись на спину. Левая рука, левая, работаем. Вправо подходим, вправо, вправо. Быстрее, 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 быстрее. И зажимаем левую. И вправо подходим. Хорошо. Сильный порыв идет, сильно ничего не поднимать. Если порыв идет, одну плеванту любую на себя затягиваем вдоль ветра. Крыло полоскаем. Смотри, сзади купола яма, она глубокая. Там, возможно, камни, арматура, так что не рискуй. Смотри, Коль, значит, сейчас задача будет вывести крыло в горизонт, развернуться и нагружать, то есть лечь на ряды, руки вверх сзади. И стараться пробиваться сюда. Возьми ряды, да? Поднимаем, поднимаем. Стабилизировали, развернулись, нагрузили, нагрузили. Смотри, тропа, чтоб под шею. Молодец, молодец. Левая, левая, левая. Вправо смещаемся. Быстрее, 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 быстрее. Отлично, красавчик. Видишь, даже галстуков не навязал. Молодец, притормози. Левая, левая, правая. Правая рука. Смещаться не забывай. Левая. Вот сейчас отлично можно поднять ровно. Видишь, момент кручения присутствует, если передерживаешь. То есть надо поймать фишку и плавненько отпустить вовремя, своевременно. Все, притормозил. А, слишком перерулил, надо было притормозить чуть-чуть. Левая, правильно, правильно. Левая. Отклоняйся назад, идем назад, идем, мы работаем. Плавненько отпускаем. Перерулил. Работай противоположной, быстрее, быстрее смещаемся под падающую консоль. Отлично, можно делать разворот быстро. И вперед нагружаем правой, работаем больше правой, правой рукой, левой вверху. Работаем, работаем правой. Смещаемся чуть левее, работаем правой, идем вперед. Поехали, нагружай, ложись вперед просто. Руки вверху, сзади. Отлично, больше корпус прогни вперед, еще больше. Давай побольше. Не тяни клеванты, чуть повыше руки держим. Вот, пошел пробиваться. Только контроль по курсу. Левую чуть подержали, левую, левую. Смещаемся вправо, вправо ошибка. Вправо смещаемся, левую держим. Разворачиваемся. Гасим, подходим, галстуки не вяжем. Вправо смещаемся, молодец. Вправо смещаемся, быстрее, быстрее. Старайся быстрее работать, но плавно, не дергаться. Ну, то, чтобы не передавалось на переднюю кромку. Правее, правее. Сейчас больше можно было напряжение сработать. Вправо уйти будет быстрее можно. Поплавнее, не дергай. Когда резко дергаешь и передерживаешь, ты даешь ему импульс к переруливанию. Он
начинает в другую сторону сразу. Импульс пошел, и ты начинаешь. Так, молодец. Стабилизируй. Нагрузил, нагрузил. На купол не смотрим, нагружаем. Руки, правую руку, правую держим, правую. Разворачиваемся. Подходим, правую затяни. Да, немножко запоздал, видишь, левая рука и перемещение правого быстрее. Растряхиваем. Давай, давай. Сейчас придет порыв ветра, приподнимаешь крыло, уходит влево, да, и ты туда смещаешься, даже вокруг сумки можно бежать. Притормози. Правую больше, правую больше. Фронталка была. Не переруливаем, стараемся на опережение. Немножко зазевались. А немножко это самое замешкался в перемещении рядов между рук. Ладоши в ладоши. Видишь, ты встал. А надо в конкурсе постоянно подвижка. Туда-сюда, на пружинке, туда-сюда, корпусом сработал. Шаг в сторону, корпус, шаг в сторону, работаешь. Сзади машина, лучше туда, да, не подходить. А то поднимет и дверь еще бросит. А сейчас смотри, поднимешь его, левую клеванточку добавь, чтобы левая консоль накренилась вниз. Таким путем ты задашь курс крылу, и крыло пойдет вот туда. Вот. Ну и правую контролируй, чтобы разворота не было. Вот, молодец. Нагружай, еще добавь ему курсу. Вот, отлично. Молодец, смещайся. Еще добавь, еще подходи. Право. Галстучек протряхиваем. Левую сразу работаем. Хорошее место здесь, ротор крутит постоянно. Это самое лучшее, что может быть для тренировок. И старайся не передерживать. Чувствуешь, крылышко пошло. Дай ему слабинки, клеванточку отпускаешь. Сейчас вправо надо будет подходить. Затягиваешь лево и вправо, быстро-быстро вправо. Упражнение очень важно понимать, нашу задачу и как бы цель, как, что мы делаем. Либо мы как бы все пытаемся победить сразу, либо мы что-то конкретно направленно пытаемся отработать. Смещайся, смещайся. Притормози. Не держи за ряды, притормози. Лево, левая клеванточка. Плавненько отпусти. Притормаживаем. Это была асимметрия. Почти где-то 95%. Сейчас зафронталит. Опять асимметрия, видел? Работает, ходи и нагружай. Работает. Да, сейчас горячий идет. Работаем, работаем. Левая. Корпус дальше вниз. Подходим, не сопротивляемся, правую больше. Влево бежим, влево-лево, смотрим под ноги в стропках. Если потянет, обрежет это самое, порежет ноги. Видишь, как бы резко дергаешь, резко начинается импульс в другую сторону. И нагружай. Видишь, разгрузил? Правую держим. И подходим влево. Смотри, Коль, чем ближе ты подошел вовремя, тем эффективность больше КПД. Оно быстрее расправится.
все, можно разворачиваться и нагружать. Нагружаем, не смотрим. Руки назад и вверх. Назад и вверх, отводи назад и вверх. Право чуть подработал. Идем, идем, нагружаем. Чуть левее идем и вперед. Больше правой работаем. Больше, выводим его, выводим. Плавненько отпускаем, нагружаем вперед. Левой больше, правой вверху и влево, вправо подходим. Вперед и вправо. Левую больше держим. Все, разворачиваемся быстренько. Гасим, ровненько кладем. Ровненько. Ну, молодец, сейчас уже так. И нагружаем. Право подрулил. Там, смотри, сумки впереди. Работай, больше нагружай, больше. Леванточку. Плавненько отпускай ее. Корпус не забывай. Разворот. Ровненько кладем. Отлично. Вот. Вот то. Хорошо. Видишь? Что, скорость? Смотри, задача уйти левее и в холле туда. Задавай курс купол. Поднимаем и разворачиваем его в левую сторону. Разворачиваем. Соответственно, правой рукой работаем. Больше вправо. Перемещение корпуса вправо. Задай ему движение налево. Налево. Чтобы такого не было, можно перемещаться. Клеванты затянул. Недовывод был. Недовывод купола. И еще как бы затянул клеванточки. Смотри, сейчас задача расправить. Вывести в горизонт купол. Оттормозить. Стабилизировал. Развернулся. Нагрузил пару шагов. Прошел. Развернулся. И погасил. Положил аккуратненько ровно. Можно разворачиваться, нагружаем руки вверх, больше правой, влево смещаемся, больше правой, больше, и вперед, вперед, левая, левая. Отойди туда дальше, в поле, поглубже. Подтяни клеванточки и беги за ним. Давай, раз, раз, отработал, пробежал, отработал, пробежал. Во! Побежал, побежал, быстрее, 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 быстрее. Отлично. Тут же поднял, пробежал. Побежали, дальше не надо. Побежали, побежали. Видишь, высоко поднял. Сейчас за фронталит. Бах, фронталка, и асимметрия точнее. Подбежал, активнее, активнее, активнее разминка. Вот сейчас разгруз был, видишь? Переворщин. Переместился вправо. Побежали, побежали, побежали. Вправо поработали рукой. Побежали плавником нагрузочки. Бежим, 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 бежим. Держим. Давай, да. Задача та же самая. Поднять, стабилизация, разворот. Идем назад, идем, 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 доводим, доводим, доводим. Разворачиваемся. Левой рукой больше. Вправо смещаемся и вперед. Активнее. Правую поднимаем. Левую поднимаем, правую работаем. Больше левую вверх и вперед, вперед идем. Кладем ровненько. Вот прочувствуй все вот эти вот моменты. Сейчас все это новое.
руки вверх. Леванта перекручена. Но ничего страшного. Разворачиваемся, тушим купол. Гасим и подходим. Избавляемся от давления. Подбегаем чуть правее. Посмотри, Леванта, у тебя вокруг рядов перекручена. Обернуть.